Здравствуйте, с вами Александр и суперрассадник, который построил тесть. К нему вот ближе и перейдем. Вот такая вот красота. Много я о нем был наслышан. Алисашка приезжает, снимает, там уже все давно построено, все красиво. Льды, как только так с радостью. Сразу же сниму эту красоту и покажу своим зрителям. Итак, вот такой вот рассадник. У него были предыдущие модели. Приблизительно такой же формы, только размерами меньше, не такой длинный, в половину меньше. Был выполнен из толстой доски дубовой. Швы были все забиты ДВП. Ну и он в свое время отработал уже не один. Это было тоже, это уже, при мне это уже третье поколение вот такого вот рассадника. И вот он уже такой модернизированный. Внизу видно, утеплен пенополистиролом. Петли вон навесные, резиночки для того, чтобы ветер, видать, не задирал. Раскрывается в обе стороны. Так, и перейдем сейчас в заднюю часть. Вон тут ограничители из пробок, из-под шампанского, чтобы не отбивалось. Вот оно все на крючках. Надо будет, этот крючочек открывается. И все это дело красиво закрывается. Ну, молодец здесь, ну, мастер. Вот она вот такая крышечка. Тут все на уголках. Резкость отстроить. Такие вот уголочки. Здесь у нас сварена небольшая рамка. Да, даже не рамка, тут просто планка прикручена. Или это планка на петлях? Да, это вот на петлях планка. Ну ладно, отчепим и покажем, как это все делать действует. Вот она легко вот так вот отцепляется. Здесь. И здесь. И можно будет тогда вот это вот дело. Оба, оно ушло вниз. А мы нашу красоту спокойненько закрываем. Закрыли. Так, а тут что у нас? Никаких крючочков нема? А, есть. То я просто не понял. Оба-на. И оба-на. И вот на крючочек закрыли. Вот такая вот красота. Инструкцию мне никто не проводил. Догадываюсь сам. Вот так это все на ночь закрылось. Никакой ветер не подымет, никакая кошка не залезет. Также потом, когда если надо открыть, открываем все. Так, поднимаем вот эту вот планочку. Опираем пока на колено. Выставляем. И закрываем. Крючочки на резиночках защелкиваем. Вот он внутри пенополистирол, через шайбы. Поэтому, я думаю, она выдержит минус 10 только в путь. А если сюда еще какую-нибудь там свечечку поставить или парочку, то и все минус 15. Главное только их низко поставить, чтобы они все равно, свечка будет нагревать поверхность над собой, чтобы не устроить пожар. Должен быть значительный зазор. Вот такая вот красота. Все это обработано, чтобы не гнило. Две доски вместе сшиты. Так, тут тоже вон тряпочками, видать, укрывается от летней жары. Ветер сдул или ямушка-то подымал. Накосячил. В общем, прикроем вот так вот обратно. Немножко тоже, чтобы не выгорало. Так, вот она мачта, крепление. В принципе, ничего сложного. Я думаю, при желании вы все сможете повторить. Да и мне надо себе такой же тоже будет построить. Все это вечная нехватка времени. Сзади точно такая же конструкция. Вот она палочка, планочка на петлях. И с крючками. Все крючками фиксируется. Вот такая вот красота. Молодец здесь. Бу-бух. Дорогие друзья, желаю вам также строить, созидать. Делать вот такую красоту. И тогда вопросов, а где взять вкусное, полезное, здоровое еды? Чтобы не химично, а да твоя еда. Да там гербицидов, пестицидов столько сыпят и всего прочего. Так вырастите сами для себя эту еду, которую не сыпали ни пестициды, ни гербициды, ни гормоны, ни стероиды, ни антибиотики, ни прочий хлам, который, ой-ой-ой, как тяжело дается эвакуировать нашему организму. Итак, дорогие друзья, желаю вам созидания, вкусного, здорового питания. Забудьте про мертвечину, она вас убивает. В общем, созидайте красотой. Выезжайте на природу. Гляньте, какая там природа, красота. Ладно, будем закругляться. Желаю всем всего доброго.
Счастья, здоровья. Пока-пока.